Также у нас на данном участке восстанавливаются колодцы. Часть колодцев мы уже подняли. Есть колодцы ливневой канализации, которые требуются у нас перекладки на остановке у трансагентства. Колодец у нас старый, 70-х, 80-х годов постройки. Сейчас его полностью разобрали, переделываем. Будут восстановлены у нас кольца стеновые. К завтрашнему дню, к концу дня, мы планируем его полностью закончить.